Осознавали ли, что, садясь за руль, вы могли подвергнуть опасности других участников дорожного движения? Да. Зачем вы сели в состояние опьянения за руль? Ну, хотел буквально два двора проехать. Два двора? И, да, ну, поставить машину домой. Понимаете, да, что в дальнейшем вам может быть уголовная ответственность за это нарушение?